Представляем вашему вниманию блок питания от компании ShiftTech модели APS850C. Максимальная мощность блока питания составляет 850 Вт. В комплект входит инструкция по установке, кабель для подключения в розетку, шурупы для крепления, а также дополнительные кабеля. Данный блок питания имеет встроенный вентилятор 14 см. Тип разъема подключения к материнской плате 24 пин. Максимально возможно количество подключения жестких дисков 6 штук, приводов 2 штуки, а также 6 разъемов SATA. На задней части расположился разъем для подключения блока питания к сети, а также кнопка «включить-выключить». А также блок питания имеет 8 разъемов для подключения кабелей, которые идут в комплекте. Максимальные нагрузки на разъем 3,3 вольта 28 ампер, 5 вольт 30 ампер, 12 вольт 18 ампер. Данный блок питания имеет встроенную защиту от перенапряжения, от короткого замыкания, защиту от перегрузки, а также блок питания имеет отстегивающиеся кабели. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.